Да, Сань, привет. Как там меня слышно? Ты как раз вовремя, ты ко взлету. Ну а хорошо, что хорошо слышно. Летим из Стамбула в Питер. Полет порядка 3 часов. Так что вот так что. Как поживаешь? Как у тебя, чё? Чё с работами? А, ну ладно, хорошо, давай тебе удачного тогда. Да или спишемся в ВКшке там.
one, rotate. V two.
Илья, привет. Присоединяйся к полету. Наслаждайся видами. Летим из Турции в Питер. Лететь еще. Да сейчас еще на до посадки. Скоро снижение уже будет. Так что, скоро будет поинтереснее. На эшелоне пока не так интересно. Ну да, красиво. Сейчас ссылку дам, где меня можно найти на карте, потому что я лечу в сети. То есть не сам по себе просто еще, а есть цель глобальная, летная, виртуальная. И там такие же пилоты виртуальные, как и я, летают под управлением. Там диспетчеров тоже реально будет. В общем, интересно, не надо. Кстати, пролетаю Беларусь сейчас. Подлетаю я к... А, пролетел уже. Осиповичу. И подхожу к Осиповичскому водохранилищу. Опа. На карту там по ссылочке можешь пройти, промотать, найти, в принципе, ну, территориальный участок. Я лечу под позывным аэропорт 201 сейчас, на Боинге 738. А это карта полетов, все, в принципе, борты, которые здесь отмечены, это все реальные люди, которые также летят. Облачка, наверное, сейчас не сильно будет видно. Что он из земли? Ну да, тема прикольная. Причем затягивает, прям затягивает. Не хочешь такой заморочиться?
если тянет, не, поначалу все кажется сложным. И вообще глаза разбегаются. Потом, когда втягиваешься, изучаешь, ну, в принципе, как и любой механизм, любая вообще там машина и так далее, кажется сложным. Но чем больше изучаешь, тем больше интересно, тем больше хочется знать и так далее и тому подобное. Вот. Плюс это реальные полеты получаются, ну как они виртуальные, но почти как реальные. Вот. Заводится много друзей, много знакомых, много единомышленников и так далее и тому подобное. В общем-то целый пласт жизни, хобби, если этим заниматься. Вот. И все возрасты, в принципе, в виртуальной авиации, начиная там от 12-10 лет, короче, ребят, и заканчивая взрослыми детками уже по 50, блин, за 50 лет и так далее и тому подобное. В ВК-шке могу тебе там написать, если что, короче, проконсультировать, если интересно, с чего начать, хоть, по крайней мере, такие полеты. Потому что надо теорию, в принципе, изучить и узнать, потом уже начинать летать, допустим, вот на бортах на таких. Ну, главное начать. Сейчас, надо смотреть, откуда нам снижаться уже потихонечку. Ты сейчас не успеешь глазом моргнуть. И все. Отсюда мы будем, наверное, снижаться с бибака. А до бибак нам еще пилить и пилить. Хотя не так много и пилить. Так, в Питере нас ждет контроль, в частности, вылежка диспетчерский. На самом подлете, по идее, нас должны будут принять диспетчеры и посадить на 10-ю правую, ничего не изменилось по погоде. Это хорошо.
точки у нас будут как раз 73, 96, 130, даже чуть попозже можно будет начать снижаться. Но уже скоро. Чего у тебя со временем, Илья? Не знаю, сейчас пролечу. Что, катанем, нет по ферме? Часик два, полтора. Да, Антоха, здорово. Не прислал оповещение. Да ладно, скажи, не заметил. Специально. Что ты там дописал какие-нибудь свои летсплеи, Антон? Или что ты там ковырял? Ну, не знаю, Антон, я думал, что у тебя все там оповестилось. Я не стал тебе дублировать ссылку, что... Думал, ты увидишь. Мало ли, может, занят. Илья, не понял, что ты, а не, и что, не получится покатать? В каких настройках, Антон? Поднял. А я, кстати, у себя, ну, я мониторю, Антон.
Я фризы вижу. Я его, наверное, буду на этом. Наверное, буду на 720 его делать и на 10 тысяч битрейт. Потому что сейчас он на 4500 стоит. Вот. И 1080. Но я посмотрел, в ОБС там выпадают кадры. Вот. И что-то мне не очень это дело понравилось. Это не знаю, посмотри, потестить. Сейчас будем подходить. Мы заходим как раз. Сценарий будет подгружаться и так далее. Увидишь, он будет под следом фризить потихонечку. Нифига еще двух стюардесс. Не треснет, нигде ничего. Виски возьми в баре. Ты тут как дома уже ходишь по салону, по идее. Двух стюардесс еще видит. Смотри на стриме норм. Вот сейчас я в это переключусь в это. Картинка все равно дергает. Чуть-чуть, но заметно. Сейчас где бы на что бы навести получше. В кабине нормально, в кабине не фризит, Антон, если что. Нифига, одно наливать, другая подносить. Ты тут сам с двух рук, походу, будешь это все. Фигачить, блин. Там коньячину еще снычешь, помимо вискаря. Из двух стаканов. На-ка, на-ка. Но вот это еле заметно. Это. Сейчас особо объектов нет. Не знаю, посмотришь на это, на заходе. Мне самому интересно. Я с настройками еще все-таки играю, боюсь, но... как лучше сделать, потому что все-таки не так много пока стримов, и все методом тыка больше надо смотреть. Может, в самом припаре что-нибудь под эту подкручу. Не угадал, я время хотел прям в закат, чтобы мы пролетели, ну ладно. В такие сумерки приятные. Наверное, не успеем. В смысле, раньше, чем закат был, приземлились. Смотри, там мне потом салон не загадь с этого замеса. Экспериментатор. Будешь убирать, пылесосить весь. Сейчас я пойду на перерыв небольшой и будем снижаться помаленьку. Пакеты для мусора — это хорошо. Ну вот такое пока поставлю бетончик. Сейчас я подойду, ребят.
Так, где нам с тем? Что-то там написали, по-моему, на языком. Его у меня, к сожалению, не отображается. Ну, клиент его. Но там ничего хорошего нету. В смысле нужно? Сейчас тоже буду писать туда. Так, подходим к дебаг. Начнем мы заранее снижаться. Да пшикнуло там кто-то этот оповещал о снижении, я сейчас буду оповещать о снижении. Сейчас я напишу себе заготовленные фразы сразу, чтобы это дело не писать непосредственно в клиенте, а скопировал, вставил. Так я делаю обычно, так проще. Надо уже по рыхленькому начинать готовиться нам к посадке, к снижению. Так, что я там пройду? Дебаг я пройду, наверное. Вот докуда мне снизить, сейчас посмотрим, сколько там, 41 мили, до 15, 160, до 20, до 80 мили легко, на уборе. В смысле тормозит, Антон? Почему там будет заходить? Вот колет такому-то. Ну вот, Антох, я и говорю, что это надо все-таки, наверное, в 720. Кибернетик, привет тебе. Присоединяйся, сейчас будем снижаться помаленьку.
Так, у нас там контроля больше никакого не появилось. Нет, только пулковую вышку. Да, приятно, Антон. Да это, сейчас снижаемся, хорош там, вот, почить. Это понятное дело, ты что хочешь там переваришь, и при снижении, и при взлете. Тебе только дай пожрать. Давай какие ребята. Так, на уборе 20 тысяч. Увеличим вертикалку. Сейчас вот я, Андрюх, все подпрыгнет там по еде. Не буду. Он сейчас у нас разгонится и так. С такой вертикалкой. Чего? У тебя уже подпрыгнуло? Аж на английском написал. Что у нас там на 10 правую. На 10 правую. 0,96, 111,9. 111,9. Шесть.
Не, Антон, это у меня время так выставлено, что так светло. Но я не в реал-тайм иду. Солнце еще высоко. Но оно сейчас еще пониже, оно станет, будет покрасивше, Антон. Пока не малиновый. Так, на и на кто? На Лима Индия 730. 724, он говорит, 5000 надо. Да, вот что лишь не выставил. Во-первых, не сменился ли у нас информейшн Пулково. Информация там, гратис. Здесь... Нет, здесь правая, как и было. Сто 18.1 их частота. Вот что не выставил. Кстати, я не знаю, как ведет себя TeamSpeak и Вау по громкости. Я его уж не тестил. Так будет слышен диспетчеров мне и в стрим. Кто-то еще заходит в Пулково, Аэрофлот 027. Блин, тоже не видно. Надо что-то мне придумать с переключением окон. А где английский? Аэрофлот 027. Товарищ передо мной летит с Борисполя. Это если откроете карту Ивау сейчас, ссылка там где-то болтается наверху в чате. Увидите всю картину происходящую сейчас на заходе. Да слетай, Антон, что? Так, снижаюсь я, наверное, я сколько? Тысяч, наверное, было 9 на Лима. Индия 730. Сейчас сделаю, надо прописать.
Так, на Алину 30. Куда ушел Watch Dogs? Мне ни о чем, Антох, честное слово, я не это, не рубаю в этих африканских названиях и этих игрухах. Ну, блин, я посмотрю у тебя, ты же это делаешь, или стримишь, или что-то с этим делаешь, или там что-нибудь пишешь на стриме. Что меня вызывает из вышки, что ли? А, вышка мне подтвердила, что я снижаюсь, Роджер. Ну, спасибо. У меня почему-то и ВАП зарезает строчку крайнюю. Я вижу только верхушку. Писанина. Хоррор, не знаю, чтоб в хоррор сегодня спрашивал за него, чтобы мне от него вздрагивать и дергаться, мне надо в него погружаться. Чтобы мне в него погружаться, это нужно именно его катать. Так, что у них по давлению? 10-11 по давлению. А так посмотри, смотри, как ты шугаешься. Ради этого стоит посмотреть. Так, и сколько у них там высота перехода? Информация танго. Transition level 5000. 5000 так 5000. Так, забиться нам надо. Посадочная. Будем мы садиться, наверное, с 30-ки. Ну, посмотрю, не знаю, может, я поставлю себе покатаю. Своротишь меня на этот хоррор. Буду заикаться потом от страха ходить.
Чего? Оглядываться? Ну типа да. Там надо будет на следующие 5000. Далима Индия 724. И потом у нас будут. И потом меня уже вышка перехватит, наверное. Так, мы там высоты не прошли, под спарами 13 тысяч не прошли. Экс. На лапу кровь. Товарищ там взлетает. Удачного полета. На небе детка. Так. А, ну тут он меня перехватит уже. Ладно, бог с ним. Не, вот это вот ему главное сказать, то что я до 5000 снижаюсь на заход. Все. Это скорект, good like, пожелала ему вышка. Вышка там совсем контачит. Питерская. Причем они довольно-таки давно сидят. Я только готовился к стриму еще, там где-то, наверное, за час вообще до вылета, до всего. Вышка уже сидела. И сидит, вообще сидит. Единственное, что я сочканул, у меня в Стамбуле не было контроля, когда я готовился. Потом контроль пришел. Я, кстати, отключился. Нафиг, ну его. Что-то мне совсем неохота было с ним общаться. Подключился потом где-то на Болгарии, где-то полетал. Диск понтон сидит один. Пултова вышка. На 118.1. 10500. Где наши фары? Сейчас мы их включим на 10.050. Я под вертой еще лечу. Тут надо не прошлепать скорость. И фары. Мили нас еще до точки до нашей. Что-то так рисует, прям как-то рисует какой-то оверкастик плотненький.
На 10 справа, Антон. Так, прошел Лима Индии 730. Спускаюсь. 5000. Можно потихонечку начинать скоростушки сбивать. Флот 201 Роджер. Но следите меня теперь, вышка. Ну подлетов. Потряхивайте. Да включили же, Антон. На 10:50. Так, 118.1. Все верно. Ах, ах, ах. Скорость. Как бы я в штраф не загнался. Без 16, наверное, совсем страшно. А болтаночка, прям болтаночка. Ну, 230 буду держать. Надеюсь, удержится. Ну да, Антон, потряхивает. Что я хотел? Я хотел посмотреть, блин, дорожку уже в непосредственно рулёге в Пулково. Сейчас он меня тут куда-нибудь зашлет на какую-нибудь муторакань. А как по ней рулить, я не знаю. Я чарты открываю. Вот эти. Так, на 10 справа, это вот отсюда, вот альфа 3, альфа 2, альфа 1, правильно, здесь справа альфа 4, альфа 2, альфа 1. Чё ты лопал? Ловит, ты лопал. Чё ты спрашиваешь, товарищ-то?
никто-то меня не подрежет. А, нет, я сейчас только начну заходить. Нет, а передо мной борт садится. Как раз он и сядет. Так, он говорит 5000 и только на налеп. Мне нужно будет, а, это нормально, спуститься до 3,5, а где-то до 2. Запищало, словили мы. Наш привод. Так, еще раз, 118,1. Правильно, правильно, информацию я. Что там у нас меняло? Нет. Информашн юниформ. Так, 5000, переходим на давление, пардон, аэропорта. Так, кто он там у нас будет? Лима, Индия, 7, 2, 9. Ну, ладно, скажем им все ж таки. Так, Google Traffic, канал Approach, Runway 10, правая, прошел, Lima India 729, это я скажу, когда пройду Lima India 729. Так, Антон, я чат сверну пока у себя, окно, а то мне мешается, оно жутко. Потому что пора мне уже тормозиться. Не детски. Сейчас нас поколбасит. Может, он сделает потише.
А, этот заходит по другой схеме, блин, SDM 1329. Ну ладно. В смысле, схема та же, там две точки проходные разные. Может, я не по правильной прохожу, похоже. Не смотрю, он куда-то отвернул. Так, гепка, после гепки сколько у нас там идет? 9 миль, ну это прямая уже, короче говоря. Я на 10-ю, так непривычно заходить, честное слово. Привык на 28-ю там закатывать. Сколько ж там, блин, планетар? Их облачность. Так, у нас тут брейки выпущу. Думаю, что-то я так. Ой, не то нажал. Что-то я думаю, так хорошо торможусь. Так, 137 у нас и опровод 142. Это что, ELS Establishment захвачен, а почему все у нас идет, простите, не голосом? Летит товарищ вроде с Киева, вроде по-русски должен говорить. А он на Юниконе.
Что ты мне уже запрещал? Скорости, говорости не хватает. На тебе шасси. Так, что забыли? Чек-листы, конечно же, как умные Маши мы не читаем, у нас все против всех законов физики. Хотя так нельзя. Может поговорить, блин, голосом нам с вышкой. Link engaged. Паука-бабушка, Аэрофлот 201. Аэрофлот 201, паука-бабушка, слушалась. Так, на третьем. Хожу к нам меб. 3-400 футов высота. Второй на заходе прочел, да проще голосами я посчитал, чем общаться писанинами. Да, конечно, проще голосом. Просто у меня первый текстовый борт садился. Антох, слышно там дисков, не? А, слышно, все, я слышу с этим. Со стрима. Аэрофлот 201 на захвате курсового, доложите, пожалуйста. Захват курсового, доложите, Аэрофлот 201.
Вот смотри, Антоха, видишь, фризит все-таки внизу вообще прям. Фризит, фризит. Это плюс еще, ну, нагружает сим, короче, и ОБС-ка. Смотри, сейчас на землю будет. Аэрофлот 201, захват курсового. Аэрофлот 201, вас поняла, абсолютнейший штиль. Полоса 10 правая, посадку разрешаю. 10 правая разрешили, Аэрофлот 201. Антох, ты бы сказал, что я не переключил с этого, господи, с вида, только в ОБС-ку залез, там же схема была нарисована вместо всего моего захода. Потом маякнул бы.
Раз 201, освобождайте полосу 10-я правая по железной дорожке Альфа-2. Далее магистральная Альфа-Чарли, ваша стоянка 102-я Браво. 102 Браво. Аэроход 201-10, правая, освободил по Альфа-2. Далее магистральная Чарли, стоянка 102. Повторите еще раз самостоянку. Стоянка 102, браво. 102, браво, аэроход 201. Верно. Теперь вот еще бы найти эту стоянку. 102 Браво. Ай-яй-яй-яй. Есть. Сто пять. Сто четыре. И вот она наша 102, наверное, Браво. Ну, поехали. Ай, блин, не туда, вон она. Сейчас снесу терминал. И дисков насмешу. Аэрофлот 201, стоянка 102 Браво, на стояночном. Аэрофлот 201, я вас поняла, на стоянке, на стояночном. Смену частоты разрешаю, спасибо за полет и добро пожаловать в Санкт-Петербург. Спасибо за контроль, всего доброго, до свидания. Всего хорошего. Ну, на этом можно отключиться от сети.
вот сейчас посмотришь на повторе, Антон, ты здесь? Подруга Димы. И там какие-то небылицы про меня ходят и байки про эту даму из Печера. Так, клиенту я записать полет. Сейчас. Вот, а на повторах смотри, как сейчас будет у меня все дергать и лагать. Вот это вот мне ну очень прям неприкольно, честное слово. Он, во-первых, у меня лагает сам сим. Все-таки, блин, надо его покрутить, Антон, в настройки. Вот. Или, может, реально не хватает все-таки мозгов у него, у компа. Stand Replay, где-то, наверное, 420. Нет, раньше. За 400, где-то 60 секунд. Хотя, блин, у меня сейчас не фризит, по крайней мере, вот. Ну, фризит не слегонца, сам сим. Сейчас посмотрим, что будет в этом, на стриме. Да покрутим, тут надо сим крутить сначала, Антон, а потом надо крутить еще и ОБС. Но в первую очередь, конечно, сим нужно. А вот на стриме вот он подергивается. У меня подергивает меньше сам сим. Да я вижу, у меня он играет, но все равно он подфриживает. Но супер-пупер у меня и не будет. Хотя этого надо добиться. Не прям совсем супер-пупера, а хотя бы каких-то более-менее сносных вещей. Глядим, глядим. Надо поставить, конечно, модов, чтобы интерцепторы были видны и все, чтобы и тормоза. Ну, короче, механика вся на повторах. Никак у меня руки до этого не дойдут. Красоты, конечно, это отнимает. А, ну давай, ну так все, да, спокойно тебе. Спишемся. Ни свет, ни заря стопудово. Пока-пока. Ну, сейчас с вышки посмотрим. И тоже отчаливаемся.
Да, не айс, конечно, так и фриза. Ну что, поправим. Придется, наверное, всякую красоту немного подрезать. Для того, чтобы фризов не было. Иначе не так. Member left. Link disengaged. Я ж вас подключил. Или не то подключил. Все, всем спасибо, кто смотрел. Всем пока.